Всем привет! Мы вчера ездили в магазин Бионе в город с дочерью на автобусе. И я кучу прикупила. Вот, ну я начну с лилий. Мы купили там несколько сортов лилий. Но они у меня просто луковички и название лилий. Картинок нет. В общем, это лилия White Pixel 60. Это лилия, значит, лилия Crystal Star. Вот. Вот такие луковички уже растут. Я хочу их, я купила землю и хочу уже их посадить. Это лилия Корковадо. Вот такие луковички. Вот. Это лилия Бразилия. Вот такие тоже уже большие. Вот. А это черная лилия. Потому что здесь 5 луковичек. И она называется Night Rider 60. Вот. В общем, я купила семена. Семена, давно хотела семена томатов черри взять. Вот такие сорта мы купили. Вот. В общем, я не буду читать, потому что видно, какие сорта тут написаны. Можно приостановить и посмотреть. Я взяла баклажанчики 2 сортов. Я взяла перчик, еще парочку на всякий случай. Вот. И взяла я, значит, острый перчик. Что-то у меня давно уже не растет острый перчик, плохо растет. Я решила купить семена. Вот, и посадить. И купила я, значит, петунии. Вот такой сорт взяла. Петунии. Вот такой сорт взяла петунии. И вот такой, в общем, 3 петуньки взяла. Хочу посеять. Вот. Еще, значит, я купила, значит, георгины. Вот это такая большая георгина. Но я уже, значит, эти корневища, клубни, вернее, уже я посадила в землю. Я не удержала вчера вечером. Я хотела вечером заснять, но было что-то очень так темно. И я, в общем, камера как-то темно снимала, и я не стала снимать. Вот это такая горшечная, это георгина. Вот такой сорт. Вот. Ну, в общем, это я купила. И еще это, вот такая георгина. Вот, ну, в общем, я не удержалась и вчера посадила георгину. Вот, я пересмотрела кучу видео и все-таки еще прям вечером засыпала землей, чтобы они мне поскорее, в общем, дали отросточки. Я хочу их пораньше посадить, чтобы, ну, высадить в грунт уже, ну, такими проросшими, большими. Я уже один год так сажала, вот, и чтобы они у меня, в общем, пораньше зацвели. Вот у меня тазик с георгинками, вот, на одном уже вот это два корня, ну, 2 георгины, у меня вот уже это горшечные, а вот это вот крупная, большая. Вот, и здесь уже вот у меня отросточек есть. В общем, я вот так посадила. Здесь нет ни дренажа, ничего. Я просто присыпала землю и все. В общем, посмотрим, что получится. Еще хотела показать перчики свои. Вот, которые вот здесь у меня 3. В общем, завяли. Черная ножка, по-моему. Здесь неплохо стоит. Здесь у меня 3 помидорки. Здесь у меня тоже один завял. А здесь у меня сегодня пошкодили мои кошки. Вот этот вот они вообще выдернули. Я его боткнула, но он все равно уже завял. Не знаю. А этот мне его просто съели. Вон валяется листик. В общем, они мне дорвали. И вот этот вот тоже покусали. В общем, они мне дорвались до моих перчиков. Вот так очень жалко, конечно. Но что сделать, не знаю. Я вот так вот поставила, сюда закрыла, чтобы они туда не лезли. Я боюсь, как бы они мне здесь не съели. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Вот такие вот мои растишки. Я хочу похвалиться своими покупочками, которые мы сделали в фикс-прайсе. Мы вчера там купили зубную пасту Colgate. Значит, купили гель
для лица. Все по 50 рублей. Вот. И, значит, взяли бальзам для волос. Бальзам-кондиционер для волос. Мы еще ни разу такой не брали, не знали. Но, в общем, первый раз взяла попробовать, что это такое. В общем, здесь 500 миллилитров. Вот. В общем, вот такой бальзам. Купила я шампунь. И купила крем-мыло. Вот. Такие вот покупочки у нас вчера получились. И еще вчера мы были в Евразии. И купили мы там носочки вот такие. Эти носочки стоят 35 рублей. Вот. И даже цена написана. Вот. Носочки такие хорошие. Я уже вот одни одела. Вот. Такие хорошие. Так они вытягиваются. Прям хорошие носочки. Вот. Так вот на ноге сидят. Так удобно. Вот. И взяла себе тапочки. Новенькие. Вот уже в них хожу. Взяли 4 пары носочков. Вот таких тепленьких. Еще взяли дочери вот такие носочки. Эти носки одни вот по 20 рублей. Вот такие вот они. А другие по 25. И даже вот цена написана. И вот такие вот носочки мы взяли. Взяли еще колготки по 30, по 350 рублей. Хорошие теплые колготки. Вот, ну взяли одну пару, потому что у меня колготки есть. Вот дочери взяли. Ну, хорошие колготки такие. Теплые. Вчера вытаскивала, смотрела прямо. Вот. Ну, вот такие хорошие теплые колготочки. Вот. Хорошие колготки. Не буду их вытаскивать. Вот. Вот такие вот. Вот. Еще я купила, значит, сыну тапочки. Я купила себе тапочки, которые я показала. Купила сыну тапочки. Такие вот. Тапочки по 150 рублей. Вот. И купила себе трусики. А трусики там тоже дешевые. Там трусики по 80 рублей. Вот такие вот трусики хорошие. В общем, размер большой. 4XL, наверное. Ну, 58-60. Вот. Я взяла вот такие сиреневые. Две пары. И одни беленькие. Они немножко другие. Вот. Они немножко другие. Но они тоже по 80 рублей. Вот такие вот трусики хорошие там продают. И недорого. Ну, вот такие вот у нас вчера были покупочки. Мы с дочей за 2 часа успели оббежать 3 магазина. Еще, значит, у нас время 40 минут оставалось до автобуса, до нашего. Мы, значит, еще пешком прошли до вокзала на остановку. Еще 10 минут постояли, померзли. Вот. В общем, ладно, вот так вот. Всем пока-пока. Вот такие вот у нас покупочки.